Этот центр – большая загадка, которая заставляет посетителей не только развлекаться, но и думать. Для детей от 4 лет – древние китайские головоломки. Для тех, кто постарше – лабиринт страха. Там и звук, там и лазеры, там и некие препятствия, преодолеть которые нужно немножко подумать, как это сделать. Не будет скучно и взрослым. В соседнем синем секторе установлены специальные зеркала египетских фараонов, которые помогут заглянуть в будущее. А также графитовая черная пирамида, сделанная по закону золотого сечения. Выставлена строго по меридиану. Рядом с такой пирамидой можно набраться сил, энергии. И можно даже определить ваше недомогание. Есть бермудский треугольник зеркальный, очень интересная штука. По нему умельцы могут определить даже продолжительность жизни. Есть зеркало молодости, глядя в которое, люди вообще теряют даже равновесие. Еще больше отражений в лабиринте, где найти выход, мешают сразу 300 зеркал. Где, как не здесь, в зеркальном лабиринте, в зеркальной стране, ты ощущаешь себя поистине ребенком, раскрепощаешься, становишься таким непосредственным. Класс, мне нравится. Понравилась вот эта вот штука, которая совмещает два лица. Да? Интересно было посмотреть, какие могут получиться еще детки. Раскрыть тайну зеркал горожане могут ежедневно по адресу Артиллерийская, 117.